Всем привет, я Влад, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре страйкбольный автомат, и это РК-12 RAV в таком вот черном цвете, где очень-очень-очень много, скажем так, металлических частей. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим видео в продвижении, за что мы, конечно же, заранее вам уже благодарны. В комплекте здесь есть масленка и переходник. Вот такой вот Т-образный на мини-томье. Об остальном расскажу дальше. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Произведена модель компании E&L и относится к типу электропневматики. Прототипом является АК-12. Ствол, корпус и внутренние механизмы сделаны из металла, а цевьё, магазин, рукоять и приклад из ударопрочного полимера. За метание снаряда отвечает внутренний механизм, роль которого играет третья версия гирбокса. Электропривод способен разгонять пластиковый шарик до 130 метров в секунду. Стреляет же автомат как в одиночном, так и в автоматическом режимах. Чтобы сменить режим, нужно воспользоваться переключателем на правой стороне корпуса. Он же отвечает и за постановку на предохранитель. Автомат оснащен механизмом Hop-Up для подкрутки шарика, чтобы регулировать траекторию полета. Итак, что же нужно сделать для того, чтобы установить аккумулятор? А вот сейчас буду показывать. Итак, смотрите, в первую очередь мы выносим этот рычажок вверх, после чего... мы вообще должны его, по-моему, снять. Так, все, после этого, оп, снимаем. Что мы видим здесь? Здесь мы видим провода, отсек, конечно же, под тот самый аккумулятор и... Т-образное крепление, которое, да, при желании можно за счет переходника переключить на мини-томье. Никаких проблем. Все, сюда, то есть все устанавливаем, закрываем, и на этом установка аккумулятора завершена. Магазин здесь механический и рассчитан на 70 пластиковых шариков в калибре 6 мм. У модели имеются, конечно же, стандартные прицельные приспособления. Мушка и целик, и да, целик, безусловно, вы сможете настраивать под себя, конечно же. Помимо всего прочего, здесь есть планка Вивер 22 мм, куда вот уже как это сделал я, можно установить дополнительное оптическое оборудование. Но в комплекте оптика не идет, ее нужно докупать отдельно, но это не проблема. У нас в магазине выбор оптики огромный, поэтому заходите и подбирайте то, что нужно вам. Длина изделия 850 мм, из которых 410 мм это длина ствола. Вес модели 3 килограмма и 900 грамм. Приклад же у автомата, конечно же, подвижный, вы сможете регулировать его как вам угодно. И да, здесь есть резиновый и рельефный тыльник. Если же сейчас у вас возник вопрос, вау, а где же взять-то его? Ну да-ка, давайте я и подскажу. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на этот замечательный автомат подходит к концу. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как же он вам, или задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров!